этого турнира. Сейчас увидим с вами всех, кто здесь выиграл. А это Хавьер Фернандес, Кейтлин Османд, Алена Савченко, Робин Золковый выиграли, но не выйдут сейчас. И Тесса Вёрч и Скотт Мойер. Ну, а кроме них Патрик Чан, Бунари Ода, Лорана Модио, Кико Судзуки, Канак Мураками, Лиза Тухтамышева, Эленеги Диванишвили, Духамил Редфорд, Бертон Хотрик, Лоренс Вигерс и Капеллини Ланот, Рязанова Ткаченко, Пайпер Джилс, Пол Пурье. В общем, все те, кто сначала здесь соревновались, а теперь просто радует публику на этих показательных выступлениях. Что нас с вами ждет дальше, дорогие друзья? Ну, я понимаю, что сейчас у нас с вами ждет просто-напросто прощание со всей Кеннеда. На следующем этапе, через неделю, на Кубке Китая у одиночников интереснейшее будет выступление, потому что помимо наших Артура Дмитриева и Сергея Воронова, кстати, Артур Дмитриев младший, это сын нашего двукратного олимпийского чемпиона в парном катании. Так вот, Артур Дмитриев, Сергей Воронов будет представлять Россию в Китае, на Кубке Китая. Там же будет выступать Дасики Такахаси, который вернулся в этом сезоне. И Брайан Жубер, также Кевин Рейнольдс, китайский фигурист Нан Сонг. Это будет очень интересно через неделю победить это соревнование одиночник. Вообще соревнование одиночника в этом сезоне на любом турнире невероятно увлекательное. В танцах Натали Пешалай, Фабиан Бурза в Китае будут выступать, так же как и Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. Еще из наших там будут Виктория Синицына, Руслан Гигантин. У Кати Бобровой и Дима Соловьев в этом году очень интересные программы. Правда, советую посмотреть. Они перешли к Александру Жулину и Олегу Волкову. Интересно посмотреть за их взрослением, за, можно сказать так, частично смены стиля. Ну и помимо них еще будут кататься Кейтлин Ливер, Эндрю Паже, канадцы в Китае. Уфа! Мы с вами увидим Циньцзян Цзяньтун, естественно, двукратных чемпионов мира, первую пару Китая. Наши будут там Юка Кавагути, Александр Смирнов, Ксения Столбова и Федор Климов. Ну и еще наделавшие шуму в прошлом году японцы Наруми Такахаси и Мервин Трен. Кстати, Мервин Трен сейчас срочно пытается оформить себе японский паспорт для того, чтобы выступать на Олимпиаде в Сочи. Ну а у девушек через неделю на Кубке Китая Мао Асада. И Мао Асада. В общем, из самых громких имен только лишь Мао Асада. Но помимо нее первая красавица тура Кира Корпия и наши Софья Бирюкова и Юлия Лепницкая. Юлия Лепницкая совсем юная фигуристка, которая очень здорово уже начала выступать в этом сезоне на первых турнирах. Прыгает тройной лут, тройной тулуп, один из самых дорогих каскадов. И не только в женском одиночном катании, а и вообще. Из тройных это, ну, наверное, самое дорогое, если не считать тройную акцию, тройной тулуп. Вот то, что нас ждет, дорогие друзья, через неделю. Канал Евроспорт, естественно, покажет Кубок Китая. Так что не пропустите. А затем Кубок России, Москва будет принимать участников Гран-при. Так называемый Кубок Ростелеком. Ну а там, понятное дело, в каждом виде программы будет максимальное российское представительство. Так что там мы вообще свои нервы жалеть не будем. Вот эти Капеллини Ланота, если это этап у них в Париже на трофе Рик Бампар. Интересно будет, конечно, посмотреть Капеллини Ланота против Пешала Бурза. А Вёрч и Мойер, кстати, приедут в Москву. Будет танцевальный турнир на Кубке Ростелеком. Тесса Вёрч и Скотт Мойер и наши Елены Кацалапов.
И еще туда же приедут Майя Шабутани, Алекс Шабутани. И самые молодые американцы, которые уже бронзовые призеры чемпионата мира. Правда, не прошлого сезона, а позапрошлого. Нет. Ну, а здесь, конечно, нам интересно в конце Флорана Амодио четверную сальто. Нормально так, да. А вы, друзья, как не веселитесь, четверной всегда при мне. Флоран Амодио так обратный сальто нам не сделает. Все, спасибо большое фигуристам, спасибо большое организаторам второго этапа Гран-при здесь, в Канаде, в канадском Винбери. Коллективный поклон всем болельщикам на трибунах и всем зрителям у телеэкрана по всему миру. Ну, а мы еще раз вам напоминаем уже проанонсированный Кубок Китая. Прямая трансляция в следующую субботу в 12:30 по московскому времени. Ну, там будет не одна, конечно, у нас трансляция. Seriously, you have no idea how easy you make our jobs out here when you bring that much energy into the building. Thank you so much. Скотт, благодарю всю публику. Tess and I would just like to formally say to all the fans, on behalf of all the athletes and Skate Canada, thank you so much for coming out, spending your hard-earned dollars here at the ice rink to watch us perform, and hopefully we brought our best for you. We tried our hardest, and you definitely showed your support. So thank you so much. Да, они, конечно, красавцы, и Тесса, и Скотт. I'd also like to take this opportunity to thank the organizing committee and, of course, the volunteers. I can't even fathom the countless hours that must go into putting on such a spectacular event such as this. The whole week ran extremely smoothly, and I know the athletes felt that. All of the volunteers, thank you so very much. We truly appreciate it from the bottom of our hearts. Particularly for Scott and I, we saw a lot of familiar faces, whom we hope we'll see at Worlds in London. And much gratitude. Thank you very much. We hope everybody gets home safely. And again, thanks for coming out. Hope to see you in Mississauga and in London, as Tessa said. Take care. В общем, после таких слов, которые они произнесли в адрес своей публики, конечно же, все придут еще и через год на Skate Canada следующего сезона. Потому что абсолютно искренне и откровенно искренне были тесты со Скоттом от имени всех фигуристов, которые участвовали в Skate Canada. С вами наслаждался гала-концертом Андрей Воронков. Спасибо, что были с нами. Счастливо.